С заботой о детях. В Караганде открылся первый педиатрический центр клиники Мирей. Посещение нового медучреждения станет для ребенка не просто эффективным, но и приятным, говорят медики. Здесь нет недружелюбных людей в белых халатах, нет очередей, в отличие от государственных поликлиник. Чем еще отличается педиатрический центр от обычных больниц, узнавали наши корреспонденты. Рождаемость в Казахстане с каждым годом увеличивается. Чиновники здравоохранения бьют тревогу. В стране не хватает педиатров. Потому педиатрический центр в Караганде остро необходим. Первым пойти на медицинские открытия решилась клиника Мирей. Накануне в шахтерской столице распахнул свои двери единственный специальный педиатрический центр. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. Хотим, чтобы они постоянно находились под наблюдением педиатра. Здесь работают люди высококвалифицированные. Вот, врачи первой и высшей категории, которые всю жизнь отдали детям и имеют большой педиатрический стаж. Это очень важно в наше время, потому что педиатров становится очень мало. Здесь ведут прием квалифицированные специалисты узкого профиля – педиатры, невропатологи, отоларингологи, гастроэнтерологи, аллергологи, хирурги. Оснащен центр по последнему слову техники. Открыт процедурный кабинет, предоставляются услуги физиотерапии, ультразвуковой лаборатории и функциональной диагностики. Педиатрический центр расположен в микрорайоне Степной 4, дом 2/2. Мы будем рады видеть вас. Наши двери всегда открыты. И всегда будем рады помочь нашим маленьким пациентам. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.